Кристина. Кристина, расскажи, как ты тут живешь? Хорошо. Только аккуратно. И он по трех цветам. А можешь на ручки взять, показать? Что? Ну, страх, дрожь. Ну, чаще всего где-то под вечер немного прилетов и с самого утра где-то. Да. Отличная команда. Угу. Это наша мамаша. Покажи. Хотя. У нас еще свекруха есть, бабушка наша, она как бы... Можно переживать, все нормально. Все переживают на это дело. Мало ли, все может быть, а там